Приветствую вас на канале Тонечкины рецепты. Сегодня мы будем готовить куриное филе в панировке. Для этого нам понадобится 800 грамм филе куриных грудок, 2 яйца, мука и панировочные сухари для панировки, 1 стакан подсолнечного масла, соль и черный перец по вкусу. Куриное филе нарезаем полосками. Взбиваем яйца. На сковороду наливаем подсолнечное масло и даем ему нагреться. Каждую полоску филе обмакиваем в муке, затем в яйце. В панировочных сухарях. И выкладываем на сковороду. Когда одна сторона подрумянится, переворачиваем на другую. Жарим до готовности мяса. Куриное филе в панировке готово. Его можно подавать как самостоятельное блюдо с овощами или с любым гарниром на ваш вкус. Выкладываем на тарелку в один слой. Посыпаем солью и черным перцем или смесью перцев. Приятного аппетита!